Неплохо. Северный гамбит. Да. А ты слышал о турнире «Осенние каникулы»? Да, в течение 3 дней проходили баталии для выяснения, кто самый сильный шахматист. Школьники любых возрастов показали свою остроту мысли, умение видеть все поле боя. Радость победы и горечь неудач можно было увидеть во время баталии. На шахматный турнир пришло более 30 человек, и среди них можно выделить фаворитов. У старших ребят у нас Камусов Руслан, призер первенства области, сильный игрок Бенискула Арсений. Вот. У младших у нас Горюткин Антон, который у нас на первенство области поделил первое и второе место среди юношей до 10 лет. Вот они, собственно, являются фаворитами. Пускай выиграли не все, зато и у победителей, и у проигравших появился стимул для улучшения своих умений. Для первых – участие в дальнейших соревнованиях. Для вторых – попробовать еще раз, только уже натренированными, чтобы победить в следующих турнирах.